До Режася. Жасюня. Жася прибежала. Это такая девочка. Дура у меня увидела. Иди играй. Иди, иди, иди. Дора очень сильно привязана к людям, поэтому если она видит рядом человека, она не может. Ему надо целовать его, обнимать. Гуня, в принципе, такая же, поэтому вот она чешет потихонечку ко мне. Нурик потихонечку одевается, прихорашивается после сезона вязок, когда он потерял сильно свою красивую форму. Теперь он приходит в себя. Нурик! Да, сына? Да ты мой красавчик. Все перед Нуриком прямо такие ласковые. Знаю, что любое неправильное действие может спровоцировать его агрессию. Поэтому уже девки знают, как себя вести нужно со старшим кобелем. Жася! Дора находит игрушку. Начинается. Под присмотром Нурика. Жася. Жася! Вот так вот девки круглосуточно играют. Я даже дома в видеокамеру смотрю, вот они носятся с этими палками, игрушками. Гунька, гуненыш. Инспекция вдоль забора. Нурик, кто там?